Я никому не подчиняюсь. Это твой человек, Фредди. Вас обвиняют в попытке подкупа федерального агента. Как вы себя признаете? Невиновным, ваша честь. Залог — 3 миллиона долларов. Я слежу за ним, чтобы он не следил за мной. И вот он вернулся. Были сомнения. Мы строим то, что позволит нам стать легальными. Нужно мыслить масштабно. Что вы знаете о ветряках? Знаю, что они крутятся. Пристегнитесь. Поехали. Этот Фредди — проблема. И не говори. Он идет в нашу сторону. Конкуренция — ерунда. Смотря с кем конкурировать. Есть проблема? Ты здесь чужак. Талса моя. Вещи принадлежат тем, у кого хватит яиц их взять. У тебя есть чувство юмора. Иногда. Нас могут ждать неприятности. Чтобы строить будущее, надо знать, чего хочешь. У тебя ужасный вкус на мужчин. Мы в этом вместе. Сколько ждать, пока ты со мной потанцуешь? Крутые парни не танцуют. Почему ты в пижаме? Иди домой, надень костюм. Закон еще нужно создать. Я никому не подчиняюсь. Хочешь драться, да? Пап, что тут происходит? Хочу научить их решать конфликты. Ничто не решит конфликт лучше хорошей взбучки.